В силу положения федерального закона об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также положение о контрольно-счетной палате города Ачинска, председатель контрольно-счетной палаты города Ачинска назначается на должность Ачинским городским советом депутатов. В соответствии со статьей 5 положения о контрольно-счетной палате, предложения о кандидатурах на должность председателя контрольно-счетной палаты вносятся председателем Ачинского городского совета депутатов, депутатами Ачинского городского совета депутатов не менее 1/3 от установленного числа депутатов и главой города Ачинска. В соответствии со статьей 23 положения о контрольно-счетной палате, предложения о кандидатурах на должность председателя контрольно-счетной палаты вносится в Ачинский городской совет депутатов в срок до 5 октября 2021 года включительно. 30 сентября 2021 года председателем Ачинского городского совета депутатов Сергеем Николаевичем Никитиным на должность председателя контрольно-счетной палаты города Ачинска выдвинута одна кандидатура – Слезко Елены Владимировны. Ее кандидатура в полном объеме соответствует требованиям, которые указаны в статье 6 положения о контрольно-счетной палате города Ачинска. Реализация представленного проекта приведет к укомплектованию состава органа внешнего муниципального финансового контроля города Ачинска. Доклад окончен. Вопросы, коллеги? Вопросов докладчика нет. На должность председателя контрольно-счетной палаты города Ачинска предложена кандидатура Слезко Елены Владимировны. Предлагаю проголосовать за вынесение проекта решения городского совета депутатов о назначении на должность председателя контрольно-счетной палаты города Ачинска на сессию городского совета депутатов и рекомендовать к принятию. Если других предложений нет, прошу голосовать. Решение считается принятым, если большинство. Единогласно, решение принято. Третий вопрос повестки дня о назначении на должность аудитора контрольно-счетной палаты города Ачинска. Докладчик по данному вопросу также Анна Викторовна Брышевская. Необходимость принятия данного проекта также обусловлена прекращением полномочий аудитора контрольно-счетной палаты города Ачинска. Положение также федерального закона того же и положение о контрольно-счетной палате, они говорят о том, что аудитор контрольно-счетной палаты города Ачинска назначается Ачинским городским советом депутатов. В соответствии со статьей 3 положения о контрольно-счетной палате, предложение о кандидатуре на должность аудитора контрольно-счетной палаты вносится в городской совет председателем городского совета депутатов в срок до 5 октября 2021 года включительно. 30 сентября 2021 года председателем городского совета депутатов Сергеем Николаевичем направлено предложение в Ачинский городской совет депутатов о кандидатуре на должность аудитора Гладковой Анны Юрьевны. Анна Юрьевна имеет высшее образование по специальности экономика и управление на предприятии. Опыт работы с 2002 года по 2019 год. Она работала в должности заместителя директора по экономическим вопросам. С 2020 года по 2021 год в должности контролера ревизора финансового управления администрации Ачинского района. Но с 2021 года она работает у нас в контрольно-счетной палате города Ачинска. Ее кандидатура в полном объеме соответствует требованиям, которые установлены положением о контрольно-счетной палате города Ачинска. Реализация проекта также приведет к укомплектованию состава контрольно-счетного органа. Доклад окончен. Коллеги, вопросы к докладчику? А других кандидатур не было? Нет, других. В отношении аудитора вообще возможность выдвинуть только одну кандидатуру. Mm-hmm. И это право предоставлено положением о контрольно-счетной палате председателю городского совета депутатов. Предлагаю проголосовать за вынесение проекта решения городского совета депутатов о назначении на должность аудитора контрольно-счетной палаты города Ачинска на сессию городского совета депутатов и рекомендовать принятие. Если других предложений нет, коллеги, голосуем. Единогласно. Решение считается принятым.